знали джаджну. Они узнали, значит, буквально сказано, они узнали ее нездоровую. Но это русская конструкция этим ограничивается. Этот смысл только и несет. Они узнали ее, ну, не очень хороший текст, но тем не менее. Реальный смысл, они узнали, что она нездорова. Это вот важно понимать, что дело в том, что конструкция типа «со что» отсутствует в санскрите. Практически никогда не применяют. Нет, нет прямых аналогов. Нельзя сказать в санскрите. Они узнали, потом какое-то «что», и дальше сообщение «она больна». Всегда это будет сказано. Они узнали ее больную. Нельзя сказать в санскрите, я видел, что он вошел в дом. Нельзя сказать в санскрите, можно сказать только, я видел его, вошедшего в дом. По-русски это немножко разные вещи, поэтому надо при чтении любого текста понимать, что это и есть санскритская форма выражения того, что по-русски предаточное предложение. Поэтому по признакам подруги узнали, что она больна и плохо выглядит.